Надо брать. И те, которые мешают, вот видишь, вот это вот, она в середину растет и мешает. Мы ее чик и убираем. Понял? Вот это мешает, чик и убираем. Так, есть. Дальше смотрим. Вот эти. Но эти оставляем пока. А что же не мешают? Вот это мешает. Мы ее чик и убираем пока. Так. Вот это. Ну ладно, пока ставим. Вот это. Ну, тоже мешает, в принципе. А как ты определяешь, мешает оно или не мешает? Ну, она как бы в середину кроны будет загущать. И все. Так, здесь. Ну, пока ставим. Ладно, пока ставим. Теперь что здесь надо сделать? Вот эту надо вот чикнуть макушку. Скажем вот так вот. Чтобы она развита. Нет, этим нельзя резать. Это внутри. А может и не надо. Сюда. Давай вот эту срежем. Вот так вот. Вот так лучше. И хорошо. Куда она будет расти? Так. И теперь вот эти. Смотрим, чтобы они внутрь, вернее, из этого росли. Ну, из куста. Вот, например, это не сюда, вот это сюда. Ну, вот срежем вот на эту. Так, раз. Есть. Так. Теперь этот. Вот тут чик. Укорачиваем. Эту. Вот видишь, вот на эту. Укорачиваем. Так. Вот это нам мешает, конечно. Вот это мешает. Так, еще раз объясни, как ты их рубаешь? Теперь вот это вот обрежем. Почему ты их именно тут? Вот смотри, вот подожди, почка растет. Почему ты ее срубил я здесь? Я ее делаю ниже, чем вот эти, как их, вот эти. Ну, центральные вот эти побеги. Обрезаю их. Вот эту тоже срежу. Вот на эту почку. То есть создаешь эффект елочки такой своеобразный. Да, типа, чтобы каждый ярус был чуть ниже, как бы. И ветвился. А время, когда это надо делать? Весной, осенью делают. А то когда? Ну, это уже взрослое дерево? Нет, ну как взрослое? Это еще не взрослое. Это яблоня, правильно же? Яблоня. Ну, вот так вот. Вот это чуть-чуть обрезано. Ну, тут еще надо работать. Вот эта вот она не нужна, в принципе. Но пока оставим, хай. Потом посмотрим. Или сразу убрать ее. Да, уберу сразу. Это сразу беру. Так. Ну, потом надо будет вот эту убрать. Или сразу ее убрать. Так, а что это дает вообще? Не загущается, во-первых. Но пока оставлю, а дальше будет видно. Но, в принципе, ее надо убирать. Вот эти две ставить, а эту убрать вообще. Перевести на эту. Скорее всего, так и надо сделать. Ну-ка. Да, уберу я ее. Целую ветку. Вот так. Да. Надо потом помазать. Так, теперь здесь разбираемся. Вот это центральный. Давай.